Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как вы видите, пока другие прохлаждаются, мы для вас работаем в пути лица своего. Сегодня мы хотим вам рассказать не о себе, не о нас любимых, а о наших братьях из Белоруссии, о Белкоммунмаше. И мы идем в поисках их стенда и хотим пообщаться, уже соскучившись по родным нам людям. Соотечественникам. Вот, кажется, мы уже возле стенда Белкоммунмаш. Так, но за стендом что-то более интересное. Мы на стенд не пойдем, тут, в общем-то, достаточно много людей не будем отвлекать, а вот стоит автобус или электробус, или троллейбус, сейчас узнаем, что это такое. Хочу сразу сказать, что Беларусь — это среди всех бывших советских республик была самая наукоемкая и индустриально самая загруженная. Это был сборочный цех и научная лаборатория бывшего Советского Союза. И наши соотечественники могут делать не только струнный транспорт, но также и развивать, продвигать виды транспорта существующего. Добрый день. Добрый день. Михаил. Сергей. Очень приятно. Мы ваши земляки. Хотели бы рассказать о том, что вы здесь представляете. Не могли бы вы... А ваша должность, извините. Заместитель главного конструктора Сергей Чистов. Вы его замещаете в плане, кстати, общего руководства или какую-то систему разрабатываете? Общего руководства. Ага. То есть вы нам дадите самую широкую и подробную информацию о том, что вы здесь представляете. Ну, первый вопрос. Вы в курсе, что такое SkyWay? Вы о нас что-нибудь слышали, знаете? Вкратце слышал, что у вас очень интересная концепция транспорта, но пока очень вкратце. Вот. Хотелось бы увидеть вживую. Приглашаем на наш стенд, мы тут по соседству, я думаю, вам будет интересно. Но, пожалуйста, о том, что вы здесь представляете, расскажите нам, пожалуйста. Мы здесь представляем электробус Vitop Max Electro, 18-метровая машина. Разработана она на базе нашего стандартного троллейбуса. Мы используем суперконденсаторы для автономного хода. И машина у нас рассчитана специально для города Минска. Запас хода составляет 12 километров, при этом остается 30% запас энергии. Зарядка происходит в течение 6 минут. Вот. А скажите, а чем отличаются конденсаторы от аккумуляторов и почему именно их вы решили здесь использовать? Большое количество циклов заряда-разряда. И основное преимущество – это быстрая зарядка. То есть он, суперконденсатор, может принимать большие токи, 500 ампер, что позволяет заряжать его достаточно быстро. А скажите, убранство салона, качество отделки снаружи выглядит вполне впечатляюще. Не могли бы вы продемонстрировать? Наиболее частый, да, безусловно, наиболее частый комментарий, который я здесь слышу на выставке, это «really nice car». Поэтому вы можете пройтись, потрогать и убедиться в том, что качество сборки мы действительно соответствуем европейским требованиям на сегодняшний день. Также в салоне вы можете видеть зарядку для мобильных телефонов и также для ноутбуков. То есть мы стараемся сами... USB разъем, да? Да, USB разъем. 5 вольт. Да. Ну, шикарно, до сих пор я такого не видел в белорусских автобусах. Ну, все же упирается в любом случае в требования заказчика. Сейчас мы уже стараемся сделать это, стандартным, да, стандартной функцией. Вот. Также информационная система у нас есть, система медиа. Также я вижу электронная форма оплаты за проезд. Да, безусловно. Мы сотрудничаем вот с компанией IBA Group, вот тоже наши соотечественники. Вот они для нас разработали вот такую систему валидации. Да, компания IT-технологии в Беларуси также впереди планеты. Да. Не только в машиностроении. Так точно. А обивка очень приятная, прям бархат какой-то. Это тоже соотечественники постарались? Это импортные сиденья. Наши соотечественники тоже тянутся. То есть мы задаем тон и подтягиваем также наших соотечественников. То есть в ближайшее время мы будем, безусловно, оборудовать нашими производством наших соотечественников.
Спасибо вам большое, Сергей, за интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте белорусов, белорусские проекты, и вы всегда будете впереди планеты всей. Строй Skyway! Спасай планету!